Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы рассмотрим Dash и сравним его с Ethereum классиком, ребят. Итак, давайте начинать. Собственно, ребят, начать хотелось бы с того, что давайте взглянем на Ethereum Classic и посмотрим на монеточку Dash и просто-напросто проведем какую-то аналогию, которую, в принципе, я уже провел. Сейчас мы только рассмотрим и разберем, ребят. В общем, что мы видели в прошлом цикле? Мы дали импульс, скорректировались и ушли в кульминацию, то есть здесь. Потом мы упали, вернулись и упали. Давайте теперь перейдем на Ethereum Classic. Что у нас было на Ethereum Classic, ребят? Мы выросли, упали, сделали кульминацию, упали, восстановились и снова слились. В общем, аналогичная ситуация с прошлым пиком, как и у Dash. Понимаете? Аналогичная. Далее мы ушли в медвежий рынок здесь, далее отскок дохлой кошки. Можно сказать, ну типа в медвежьем рынке мы обманули всех, что сейчас мы начинаем снова расти. Хомяков здесь собрали, побрили их и снова также сделали аналогично. Точно так же здесь, ребят. Собственно, потом, когда начался уже наш бычий забег на биткоине, разумеется, и на старых альткоинах тоже он начался, мы начали отрастать и потом скорректировались, ребят. И на Ethereum Classic мы улетели и перебили прошлый хай, ребят. Мы улетели и перебили прошлый хай на этом альткоине раньше, чем на других, как мы можем видеть, допустим, на Dash. Собственно, запомните эту ситуацию и посмотрим на Dash сейчас. На Dash все формируется исключительно точно так же. Вот исключительно точно так же, ребят. Просто-напросто. Также мы и здесь в медвежке показали как будто рост. Собираем хомяков, броем. Собираем хомяков, броем. Колебаемся туда-сюда. И вот здесь начинается уже бычка. Мы показываем рост. Но мы, ребят, из этого роста не ушли наверх, как на Ethereum Classic. Мы не перебили этот хай. Мы не дошли до этой фиолетовой линии, как видим. А на Ethereum Classic мы это сделали, разумеется, ребят. Следовательно, что хочу сказать? Следовательно, Dash еще не отстрелял. Dash еще не показал свой потенциал. И как можем даже видеть на Ethereum Classic, мы здесь начинаем закрепляться. Мы тестировали этот уровень как поддержку, но мы сейчас пробили. Я думаю, мы здесь снова его... Мы, как получается, ложно его закололи, снова пробьем и пойдем здесь наверх. По Ethereum Classic тоже колоссально высокие цели могут быть на самом деле. Потому что здесь все очень-очень красиво и хорошо. Сейчас самое время добирать монеты, ребят, но не финансовая рекомендация. Так, не будем отходить от темы, мы сегодня сравниваем Dash и Ethereum Classic, ребят. Давайте снова вернемся на Dash. На Dash у нас, ребят, не было этого импульса, мы не пришли к хаям, мы не тестируем, не закрепляемся, ничего, мы просто колебаемся до сих пор в этом диапазоне. А это значит, ребят, что импульс еще будет впереди, а это значит, ребят, что сейчас добирать самое-самое то время. Я докупаю, ребят, но не финансовая рекомендация, это учитывайте. И давайте сейчас рассмотрим, ребят, Dash к эфиру. То есть, рассмотрим Dash к эфиру, ребят. Что видно на Dash к эфиру? Мы просто-напросто валимся. Все это время мы валимся. После того, как мы стоили больше, чем эфир в 5 раз, мы просто-напросто начали валиться, ребят. Просто-напросто начали валиться. Раньше Dash стоил 5 эфирок, и сейчас он стоит сущие копейки к эфиру, разумеется. И мы просто валимся. Не видели никакого мы отскока. А давайте посмотрим на Ethereum Classic к эфиру, ребят. А здесь у нас видно, ребят, что мы тоже валились, но в один момент, когда Ethereum Classic давал, показывал хороший импульс, показывал свою силу, мы отросли к эфиру, как видите, аж на сколько. Мы почти вернулись к этим же отметкам, по которым он торговался в прошлом цикле. Но сейчас мы начали снова скатываться, потому что, разумеется, Ethereum Classic тоже падает. В принципе, как видно сейчас, ребят, вот когда он давал этот импульс, мы там росли. Мы дали отскок, а сейчас мы валимся, и там мы тоже, разумеется, валимся, ребят. Вот, можете сами это все заметить, ребят. В свою очередь, Dash совершенно не показал никакого потенциала. И когда он его покажет, ребят, как вы думаете, что у нас будет на этом графике? Что у нас будет? Давайте ваши предположения, ребят, обязательно пишите ваши предположения в комментарии. Потому что комментарии
продвигают мой видеоролик. А мне очень приятно из-за этого становится, ребят. Собственно, что? Не будем отходить от темы. Вот эти отметки, которые, да, допустим, хотя бы до этих отметок, если мы долетим, это уже будут нифига себе какие проценты на самом деле. И в какой-то момент, когда Dash выстрелит к доллару, он выстрелит и к эфиру. Мы увидим этот потенциал. Мы хотя бы к этим отметкам вернемся. А там, ребята, и может быть даже и выше вернемся, понимаете? Просто-напросто нужно полагать, ребят, что все может быть. И если судить по Ethereum классику, Dash совершенно не показал свой потенциал. Следовательно, от него стоит ожидать потенциала. Следовательно, от него можно ожидать чего угодно. Никто не знает, насколько он сильно выстрелит. Но если он не показал никакого потенциала до этого времени, в свою очередь Ethereum классик его показал, то от Dash можно ожидать еще больше сверхприбыльности, ребят. Потому что она, эта монеточка, стоит до сих пор на месте. И когда она выстрелит, все просто офигеют. Сколько раз уже это говорю, но просто-напросто все офигеют, ребят. Надеюсь, вам понравилась данная аналогия. Надеюсь, вам понравились мои расчеты. Надеюсь, вам понравилось мое рисование, ребят. Но просто-напросто сами посмотрите на эти рисуночки и сравните. Посмотрите на эти графики и сравните, где мы были на Ethereum классике в прошлом цикле, куда мы вернулись в этом цикле. И, ребят, разумеется, где мы были в Dash в прошлом цикле и куда мы еще не вернулись в этом цикле. На этом хочу видеоролик закончить. Хочу попросить у вас лайк, подписочку и вступление в телеграм-чатик. На этом у меня все, ребят. Всем всего хорошего и всем пока!